надо было сыграть то, что там вот прямо вот надо вот плакать. На самом деле я представляю себя этим мальчиком, у которого на его глазах убили маму, и он очень плакал, наверное. Ну, конечно, было сложно вначале, но потом как-то стало чуть-чуть легко. И так мне становилось все легче и легче это все играть. Мне вообще почему-то со съемками везет, то я по туннелю хожу холодному, как будто поезд врезался в стенку, и мы идем, то по болотам хожу. И там были также военные машины, мы в одну даже залазили, была такая сцена. Было очень хорошо, поэтому это мне запомнится, я думаю, на всю жизнь.